Всем привет! Вы смотрите Мультиплеер. В сегодняшнем видео теста Ламира я покажу новых существ, которые появятся у нас на этой неделе. Подпишитесь на канал Мультиплеер, а я сейчас покажу. Эти два существа. Одно существо будет в гаче, другое существо в ротации 100. Итак, давайте начнем с одного существа, с первого. Малангай. Посмотрите на него. Вот такой вот большой, третьего уровня, но напоминаю, что это все, как всегда, может измениться. Смотрите, снежный щит, интересно, останется он или нет. Было бы классно. Такая же способность, как у Никтексон. Так, это же большая шапка-ушанка с большими такими штуками, с ушами у шапки. У него такие классные уши, они похожи на свисающие уши спаниеля или на уши кролика, только опущенные вниз. Веслоухий кролик с рогами и телом Мариноса. Самка от самца отличается, смотрите, такой хвостик у него. И что? А, у этого такой хвост, у этого такой хвост, и спереди что-то у нас тут спереди меняется. А, дополнительный мех. Вот такой вот маленький веслоухий зайчоночек. Давайте его вырастим поскорей. О, он такой милый. И бегает, правда, как кролик. Смотрите на его уши. Это собака с длинными ушами. Кто помнит такие породы? Собака бежит, а ее уши развиваются. Вот он у нас старейшина. Посмотрите на него. Это очень классные собачьи ушки, развивающиеся на ветру. Классненько. Такие рога. Ну, кто это? Типа йети, что-то такое? Класс. Буйвол. Посмотрим на него. Ой, я ничего не делаю, а он шевелит головой. Класс. Смотрим. Агро. Ковер. Он закрылся ушами. Вот он сел. На ветру развиваются уши. Лег и закрылся своими ушками. Анимация грязи. Он под себя раскапывает, под собой. Вот так. Голос. Медленно плавает. Анимация плавания. Ну, вот такая. Очень медленно, очень. Это очень большая милашка. Посмотрите на него. Пушистый, милый. И бежит. Ну, это правда собачка. Посмотрите, какая милашка. Собака с рогами. Какой он классный. Олень и собака. Ой, какой-то сломанный снежный щит. Его как будто придавило каким-то ледяным. И посмотрите, он не выглядит как снег. Что это такое? Вообще не пойму. Так, смотрим. Он выглядит как какая-то ледяная штука. Блестящими такими кристаллами. Она совсем не похожа на то, что было у Никтексона. Или, может быть, у Никтексона уже изменили или снежный щит, и он выглядит вот так. Я думаю, его не играла. Но вот как вот это? Он не помещается здесь. У него 3 слишком мало места, чтобы он сел. Посмотрите, он даже под пол провалился, его придавило. Получается, эта штука, она внутри не пустая, она его сверху как камнем накрыла. Забавно. О, вылезли. Давайте посмотрим следующее существо, вам понравится. Следующее существо, посмотрите, любителям кошачьих, саблезубых тигров вам понравится. У нас получается, до этого был мамонт, а это саблезубый тигр. Посмотрите на него, это очень похоже на настоящего саблезубого кота. Смотрите. Так, о, самец от самки отличается. Вот, у него получается такие перья на основании хвоста и на шее. Ну, в самом начале он выглядит такой лаской, какой-то выдрой. Не знаю, такая маленькая
Ну, кошачья, в принципе, да, но больше, мне кажется, похоже на ласку или что-то такое. Смотрим. Вот он такой большой тигр. Посмотрите на эту кошку. Она хищная и очень красивая. Посмотрите. Она реально похожа на настоящего кота. Класс. Звуки. Ну, вот только четвертый больше похож на рык, все остальное как-то не очень связано с кошкой, на мой взгляд. Посмотрим агро. Колор. Вот он сел. Обмахивает себя хвостом. Лег. Как вам? Похоже на кошачью анимацию. Кстати, у него тело, как у куры, как будто бы, да, вот так он так вот загибается. Дальше. Вот такой у него бег. Саблезубый тигр. Такого мамонта бивни не хватает, да? Все-таки это больше собачка. Смотрим, вот такая у него анимация плавания. Очень-очень медленная. На Ку пока что ничего нет, на Си тоже пока ничего нет. Ну, будем смотреть, как добавят, может там что-то. Но здоровье на 4800, если, конечно, ничего не изменится. Вот такой вот внешне она мне нравится. Посмотрим, что там будет дальше всякими способностями. Ну, скажите же, классно. Вон он как кусается. Бивнями подбрасывает с вами. И анимация ковыряния в грязи. Тоже он использует бивни и вот так закапывает все. Ну, клево. Это не бивни, это же клыки, точно. Саблезубый тигр. Ну, клево. Друзья, подпишитесь на канал. Не забудьте подписаться на канал. И ждем завтра обновлений. Всем удачи и пока-пока.